Иди, блин. Пошли. Блин, мне ее не сдвинуть с места. Короче, мы ее, ребята, запихивали. Только я закрыла дверь, она сразу пошла. Вот дает, а. В общем, вот такая девчона у нас. Барышня. Иди, покажись сюда всем. Что, смотри, лис. Так, на диван нет. Что на диван нет? Иди сюда. Лис, посмотри. Посмотри, кому это. Пойди посмотри. Давай, иди сюда. Пошли со мной, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, лис. Дай ты ей освоиться. Ты сиди там, а она пока походит здесь. Я больше боюсь, чтобы она не попыталась запрыгнуть на диван. Да, это я не дам. Вот сюда иди. Сюда иди, лис. Вот давай сюда, давай. Давай, иди сюда. Иди ко мне. Давай, молодец. Молодец. Ну все, теперь мы в домике. Ну все, давай. Давай, да. Молодец. Скажи, давай здесь вместе молодец. Будем ждать роды и обниматься и целоваться. Ребят, на самом деле Лиса очень нежная собака. Сейчас я даже не сомневаюсь, что пройдет буквально час-два, она здесь освоится и будет вообще... Ты молодец. Да, молодец, девочка. Она толстая или сильно беременная, не могу понять. Но она и то, и другое. И то, и другое одновременно. Тебя помыть бы. Я, знаешь, чему я сейчас обрадовался, посмотрев на нее? Чему ты обрадовался? То, что в клинике Авы перенесли кабинет со второго этажа на первый. Я просто вижу, что это была бы самая тяжелая собака из тех, что я носил. Я ее не подниму и не обхвачу, самое интересное. Это же супер большая собака. Ну вот, друзья, это Витина дочка из первого помета. Родилась в Крыму. Вместе у вас на глазах. Прям как мы начали снимать первые видеоблоги, это была вот история про Виту и ее... Сколько тогда родилось щенков? 11 родилось. Ребята, тогда родилось 11 щенков, родилось 9 мальчиков и 2 девочки. Значит, 10. А, 11. Да. И, короче, всех девочек мы себе зажали. Это вот Тигра и Лиса. Вот. Такие замечательные девчонки. Ян, еще рано рассказать, кто отец щенков, или уже можем показать? Уже можем, я думаю. Так Торик отец щенков. Да, ребята, отец щенков Торик. А кто такой Торик? Все, отец щенков, все знают. Отец щенков предыдущего помета Виты, да? Тот же отец, что Вита родила Ламбаду и Лялю, да? Да. Все понятно. Что, продолжать тебя гладить надо? М? Лис. Это просто бомба. Большая-большая бомба. Ля бомба. Слушай, она даже на собаку не похожа. Это что? Да сам ты не похож на собаку. Это какое-то большое животное. Страшное. Гоша, нехорошо так говорить. Почему так... страшное? Ну, такое большое животное. Ну, ничего страшного, нормальная собака. Тяжелая. Знаешь, вообще-то есть такие бульдоги, раскормленные до безобразия. А мы вообще-то в положении. В форме, да. А, игруля. Она еще игрули хочет быть, а? Ян, расскажи, какой у нас примерно сейчас день беременности? Да что ты творишь-то, ну? Я даже не знаю, какой день беременности. А ты можешь посмотреть свой суперкалендарик и нам рассказать об этом? Давай, я тебе дам твой телефон, я знаю, что у тебя в телефоне все записано. Что, жарко стало? Жарко стало? Еще баку вредина? Да. Ты еще вредина, я знаю. Ты сейчас вредничать начнешь. Да. Все, назло делать. Ты что так линять начала вдруг ни с того ни с сего? Ты ж не линяла. От счастья? От счастья? Да? Скажи, я от счастья ж линяла. От счастья-то. Сейчас, друзья, Яна посмотрит, какой день беременности у нас сегодня, посчитает. Фу-фу-фу-фу, не надо так. Можно делать. Даже не сказать, надо. Какого числа мы ждем роды, потому что в этот раз я хочу вам показывать все почти в режиме онлайн. То есть день в день почти будет проходить видео. Родим и сразу вы увидите. Потому что я уверен, что опять все будет очень... 56-й. 56-й сегодня день, и сегодня у нас... Ну, это с первой вязки, а у нас их 3 было с интервалом сутки. Угу. То есть, так, значит, я, либо у нас 56-й, либо 53-й получается. Логично? Нет. А как правильно считать?
Вяжутся через сутки. Либо 56-й, либо 54-й? Ну, скажи, как правильно. Раз, два, три, четыре, четыре, шесть. 52-й. Либо 52-й, либо... 56-й. Вот как. И дальше мы уже будем прям в режиме онлайн вам показывать, что будет происходить. Мы готовы ко всему. У нас было всего два помета английских бульдогов. Один был очень тяжелый, другой тяжелый. Я поэтому мы не ждем, что будет легко, да, Ян? Угомонись. Мы надеемся... Первый у нас не был прям таким тяжелым. Ну, нам просто повезло, что у нас была французская бульдожка, повезло, которая как спасатель приехала к нам. И Вита, которая уже... Подкормила. Да, и выкормила всех щенков хорошим, свежим... Подкормила. Свежим молочком. Она недолго их кормила. Все, Лиса уже улыбается. Лиса уже все, не может. Да, я возьму... Лис, нет! Не бесись! Сейчас хочу вам показать, спокойно. Какое у Лисы довольное лицо. Чтобы вы просто видели. Ты посмотрите на эту лучик счастья. Рыжо-белый. Все. Вот она сейчас себя ведет совершенно не как беременная собака. Она обычная лиса наша, а веселая. А ты думаешь, она знает о том, что она беременная? Обычная лиса-веселушка. Но Яна сейчас ее не будет, ребят. Давайте еще раз объясню для самых таких непонятливых. А то есть люди, которые начинают, вот грубая женщина сидит, не гладит, собака так хочет, чтобы ее погладили. Если сейчас Яна ее будет гладить, она начнет на нее запрыгивать, прыгать, вертеться. Она начнет перевозбуждаться. А ей сейчас нужно... перевозбуждена. Да, даже вот эти съемки для нее это определенное перевозбуждение. Поэтому мы сейчас через минуту уже выключаем камеру, сядем пить чай, а она будет успокаиваться, привыкать к этому месту. И с завтрашнего дня я уже в режиме каждого дня буду ее снимать и рассказывать вам, какие у нее изменения в организме и что происходит с ее беременностью. Ян, что еще важнее рассказали? Все рассказала, пошли чай пить. Все, успокаивайся, все. Ну все, друзья, остается Лиса здесь. Она сейчас за нами будет ходить хвостиком. Ну пусть она походит. Пусть понюхает. Походит, конечно, у нас целая кухня для нее свободна. Только что тапочки мои нашел. Да нет, здесь не скользко. Скользко. Короче, все, компаньон. Давайте с вами, она будет с нами чай пить, Ян. Друзья, привет! Смотрите, хочу показать, как здорово подошла наша пеленочка нашего собственного производства. Вот сюда, в инкубатор. Это, друзья, пеленка самого маленького нашего размера, М-ка. У нас еще есть средняя L-ка и большая XL-ка. Очень удобно будет здесь в инкубаторе. Щенки уже вон, посмотрите, какие они. Щенки уже повзрослели, и поэтому они уже будут делать свои дела. И там всякие пледики уже не подходят. И пеленка будет вообще здесь впитывающая замечательно. Сколько бы они ни писали, она будет всегда сухая. Так что, видите, еще и для этого пеленки нам подойдут. Даже немножко за нее переживаешь, когда она так себя ведет. Хочешь, чтобы она уже привыкла к этому месту. Где-нибудь легла в уголочке. Давай, Ян, принесем ей сюда тряпочку, чтобы у нее был вообще выбор, чтобы спать. Зайти ну, в клетку, она может, лечь зайти сюда? В лежак, да, вот там откроем, вот я вам только что открыла. В общем, у нее будет сразу выбор тройной, смотрите, ребята. Зайти в открытую клетку, лечь в гнездо или просто классическая пеленочка, вот такая. А если она захочет какие-то дела сделать беременным, обычно не так просто это все уже держать в себе. Ну, она не знает, что такое пеленка, поэтому вряд ли она на нее пойдет. Да. Ну, главное, чтобы она ее не съела, но, в принципе, не должна. Не должна. Ну все, ребята, наша бомба на кухне. А мы начинаем ждать роды у Лисиондры. У нашей Лисиондры начинаем ждать роды. Довольные морды. Делаем ставки. Сколько щенков? Пишите в комментарии. Очень интересно, кто угадает. Пишите, сколько щенков, сколько мальчиков, сколько девочек. Поэтому все, ребята, на этом видео закончено. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Вы очень этим поддержите наш канал. Напишите какой-нибудь комментарий, например, сколько там щенков у нее. Сколько там у нее в животе щенков. Ну а те, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь на наш канал, будет много интересного. Впереди рождение и выращивание щенков Лисы и Торика.